Всем привет! Продолжаем рассматривать картины мастеров. Клод Мишель, известный как Клодион, родился в 1738 году, умер в 1814. Данных очень мало, просто вообще ничего. Ну вот все, что я смог найти, я читаю. Французский скульптор в стиле рококо, родился в Нанси. В 1755 году он приехал в Париж, поступил в мастерскую Ламберта Сигизберта Адама, своего дяди по материнской линии, который был искусным скульптором. Оставался в этой мастерской у дяди 4 года, а после смерти дяди стал учеником Пигаля. В 1759 году получил главный приз за скульптуру в Королевской академии. В 1761 он получил первую серебряную медаль за этюды с моделей. В 1762 году отправляется в Рим. Екатерина II хотела, чтобы он остался в Петербурге, но он вернулся в Париж. Работы художника часто выставлялись в салоне. Среди покровителей были капитан Руан штата Лангедок, как здесь написано, видимо, провинция Лангедок. В 1782 году он женился на Екатерине Флоре, дочери скульптора Агюстена Пажу, которая впоследствии с ним развелась. Волнение, вызванное революцией, привело Клодиона в 1792 году в Нанси, где он оставался до 1798 года, украшал дома. Среди работ Клодиона статуя «Умирающая Клеопатра». Клодион умер в Париже накануне вторжения в Париж союзников. Очень мало информации. Все, что есть, я зачитал, передал вам. Вот можно посмотреть его работы. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.